16 апреля 2024 года около 14 часов 54 минут в Славянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на федеральной автодороге Краснодар-Славян-Темрюк, 67 километр плюс 620 метров, в котором участвовало три транспортных средства, два грузовых и один легковой, в результате которого погиб водитель легкового транспорта. Обстоятельствами данного дорожно-транспортного происшествия явилось то, что водитель легкового транспортного средства Nissan, 48-летняя жительница Краснодарского района, следует со стороны города Темрюка в сторону города Краснодара по крайней правой полосе при перестроении не уступила дорогу транспортному средству, дав движущемуся в попутном направлении, допустила с ним столкновение, после чего выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся в встречном направлении грузовым автомобилем ДАВ под управлением 42-летнего жителя Тверского района. После чего столкновения водитель на месте ДТП скончался до приезда скорой помощи. На данный момент работает следственно-оперативная группа, становится дорожно-транспортного происшествия. Дорожное движение на аварийном участке дороги бесперебойное. Сотрудники дорожно-патрульной службы осуществляют регулировочно-распорядительные действия.